пора в школу, и если не пойти, то хотя бы подать заявление. Департамент образования напоминает, прием заявлений для зачисления в первый класс начинается не позднее 1 февраля и завершается 30 июня текущего года. Подача заявлений проводится двумя способами – при личном обращении в школу и в электронном виде на региональном портале госуслуг. По вопросам зачисления детей в первые классы открыта горячая линия. Телефон 8 800 222 1561. Если родители хотят отдать чадо в школу не по прописке, для них подача заявлений начнется с 1 июля и продлится до 5 сентября. В школах, которые сегодня имеют очень высокий рейтинг, качество образования, конечно, уже в первый день подачи заявления практически мест не остается. То есть за один день, иногда буквально в первый час записи, а запись начинается в электронном виде с 9 утра и при личном приеме с 9, мест не остается. Но жизнь, как правило, вносит коррективы, и до переклички, а это считается до конца августа, изменения происходят разные.